Всем привет! Часто в гостях у меня бывают друзья, ученики, люди. Интересуются, что у тебя за рисунки висят на стене. И сегодня я вам решил подробно рассказать о них. Вот этот рисунок называется «Дерево у реки». Этот рисунок я нарисовал сам. Мне подарили краски, акварель. Я месяца два сидел и рисовал. Получился такой 3D-шный рисунок. Это первый и последний рисунок в моей жизни. Больше я на такой не сподобился. Потом я его поставил для оформления своего альбома, который называется «Звуковые картины». Но самый ценный рисунок в моей коллекции – это вот этот. Это рисунок Виктора Цоя. Я его использовал для оформления альбома «Гурудакшина Цою». И ценность его в том, что этот рисунок нарисован не руками, а этот рисунок нарисован ногами. Девочка, у нее ДЦП, и она нарисовала этот рисунок и прислала мне его потом по почте в подарок. Я, когда записывал альбом, я дал объявление в интернете о том, что мне нужен будет рисунок, либо картина, что-нибудь связано с Виктором Цоем для оформления альбома. И из всех вариантов, которые мне были, я остановился на этом варианте, потому что это не просто рисунок. А я бы сказал, что это просто, наверное, какой-то монумент человеческой целеустремленности и желанию творить, и какой-то надежде, что ли. Очень сильный рисунок.